Ну, я слышал, у вас там президента выбрали, поздравляю. Да нет, тот же остался. Который был, тот же остался. Ну, вы же его выбирали, типа, голосовали. Никто все за это уже все было выбрано уже, братан. Все это никто не голосовал. Голосовали, типа, понты. Ага, то есть вы даже не ходили на выборы, да? Ходили, много кто не ходил. А вы ходили, да? Я не ходил. Не ходили? Конечно. То есть там, типа, потому что не за кого голосовать, или просто уже решено и так было все нарисовано? Да, конечно. Блин, а я думал, хоть в Казахстане честно голосуют и выбирают честно. Не знаю. Нет? Вряд ли. Ну, вы, по-моему, как-то волнуетесь. Я так неудобные вопросы задаю, да? Почему? Ну, нет, я только проснулся. Я только проснулся вообще. Я вот только встал, проснулся. А я думал, чай. В Казахстане час дня где-то должен быть, нет? Ну, я до часу дня спал, да. А откуда вы в Казахстане? Я Шымкента. О, Шымкент. Шымкент, зын-зын-зын, зын-зын-зын. Я знаю, песню такую знаю только про Шымкент. Так у вас там... Так это вообще с Узбекистаном близко, так? С Узбекистаном, да, да. 2 часа езды до Калуги. То есть и в Шымкенте, я так понимаю, что это южный город, там к Токаеву не очень, да? Почему? Нормально, почему? Ну, я вот только что разговаривал с чуваком из Караганды, он говорит, что в южане к Токаеву как-то не очень. Ну, смотрите, вы кем работаете в своей стране, вы кем работаете? Я журналистом. Вы журналистом. Вот теперь смотрите, вам вот как журналисту я к вам хочу вот такой вопрос задать. Угу. Вы людей видите же в своей стране, как много людей живут, как выживают в кредитах. Да. Че, они радостные ходят, эти люди? Вечером вы видите на остановках, какие люди стоят после работы, с какими лицами? Ну, да, не очень. Я каждый раз обращаю на это внимание, и у моих у всех знакомых кредиты, из которых они из этой рутины не могут вылезти, понимаете? И не поднимают зарплаты. Просто людей топтают на ровном месте, а еще поднимают каждый раз коммунальные услуги, поднимают. Ну, это понятно, а как это изменить? Вы понимаете, как это изменить? Я понимаю, вот, понимаете, теперь вот так вот, голосуешь, к примеру, за одного президента, угу. А уже там сделано свыше, уже этот президент, по сути, выбран. Угу. А по сути, по факту выходит так, ты голосовал за этого президента, это просто фейк, короче, нормально. Так а кто его выбрал? Я запутался. То есть этот чувак захватил власть, получается, так? Я правильно понимаю, вы говорите? Даже так, все возможно и так. Так. Не знаю же. То есть, но если кого-то другого поставить, а не его, куда-то кредиты денутся или зарплаты повысятся? То есть, что надо сделать, чтобы это все изменить? Я не знаю. Просто страна, главы наших стран должны же об этом думать, как это сделать. Это же не мы должны думать, люди. Нет, это и вы должны думать тоже. Ну как это? Мы тоже должны сами думать о себе. Вы думаете, мы что, типа... безмозглые, которые берут кредиты и не могут их выплатить, это что же, ну, наше решение? Суть не в этом, кредиты, смотри, ты берешь. А в чем? Смотри, ты вот, например, работаешь на зарплате, а зарплата не поднимается. Угу. Так. Это что, я тоже об этом должен думать? Ну, вы можете, например, искать другую работу, где... В работе такая же. Это вопрос спроса и предложения, капитализм. Если вы готовы работать за такую зарплату, значит, вам будут платить такую зарплату. Вам не повысят зарплату больше, если вы не хотите зарплату больше. Если вы придете и скажете, я хочу зарплату больше или не буду работать, и вам ее не повысят, значит, ваша работа столько стоит, и вы не можете найти работу больше. Но это просто обычные вещи. Вам, а если вам будут повышать зарплату, не повышая вашу производительность труда... Извините, что я так умно говорю, просто обычные вещи. И вам повысят зарплату, не повышая вашу производительность труда, то после того, как вам повысят зарплату, повысятся и цены.
Потому что произойдет инфляция, вам дадут больше денег, которые не обеспечены ничем. Просто, ну, не может, вам дадут больше денег, вам повысят зарплату, но при этом повысятся и цены. Оно друг за другом идет. И это не зависит ни от Токаева, ни от каких-то других правителей. Ну, это очень просто я объясняю. Так вот, чтобы вы получали зарплату больше, я не вас не сильно это... Так, задушнил, не сильно душу. Так вот, чтобы вы больше получали денег и чтобы у вас реально повышалась ваша заработная плата, надо, чтобы то место, где вы находитесь, это даже не обязательно государство, это может быть конкретно ваш город или даже ваш район, начал производить то, что более востребовано, чем то, что вы занимаетесь, чем то, чем вы занимаетесь сейчас. Таким образом, у вас будет повышаться благосостояние внутри, будет приходить больше денег, но при этом не будут повышаться цены, потому что в тех же местах вокруг вас цены будут такие же. А если вам просто в Казахстане выдать больше денег, то повысятся и цены. Так вот, чтобы у вас производились более крутые вещи, надо образование, конкуренция и демократия, как это ни удивительно. Образование, наверное, еще в Казахстане более-менее есть, а конкуренции нету из-за отсутствия демократии, потому что, я думаю, те люди, которые у вас у власти, прибирают все лакомые кусочки. Я думаю, что все мобильные операторы, наверное, там владельцы, те, кто у власти находится, какие-нибудь там семьи Назарбаева и того же Токаева, видимо. И, соответственно, им не нужна конкуренция, им нужно просто, чтобы им деньги платили. И у вас ничего не будет меняться из-за этого. Извините. Все возможно. Извините, что, типа, задушнил. Но не может такого быть, что вам просто повысят... Смотрите, тогда, а налоги тогда, кто делает налоги? Кто устанавливает цены на налоги, хорошо? Ну, государство устанавливает, так. Вы хотите, чтобы снизили налоги? Конечно. Ну, во-первых, вы должны знать вообще, на что эти налоги идут. В первую очередь, вы должны пойти их спросить. Слушай, чувак, вот я плачу такой-то налог со своей зарплаты. Вы, не знаю, сколько, наверное, 12% платите или еще там что-нибудь. Какой-нибудь еще пенсионный фонд и прочее. Скажи мне, куда вот эти тенге, которые я плачу, вот я в месяц плачу, куда они конкретно распределяются и куда идут? Потому что есть же конкретные налоги, например, дорожный сбор, то есть на ваш... Вы заплатили налоги, чтобы у вас была хорошая дорога. Если вы заплатили этот налог и видите, что дорога нормальная, ну, вы думаете, ну, наверное, нормальная тогда... То есть, если вы не будете платить этот налог, дороги будут хреновые. Так, это, ну, самый простой пример. А куда идут остальные налоги? На содержание вашего... Кто, как у вас называется этот сейм, ну, или парламент... Какой-нибудь Курултай, я не знаю, просто там на содержание всех этих чиновников идут налоги, да? На содержание вот этого сейма, который, я так понимаю, что просто законы издает, а главный у вас по-любому Токаев сидит, и он, проходят они или нет. То есть надо понимать, на что идут налоги. Если вы вот смотрите на эти налоги и думаете, ну, в принципе, правильно, тогда что их снижать? А если есть вопросы по налогам, то куда они идут? Первый вопрос, куда они вообще идут? Вот. То есть, на самом деле, вообще вот с этого все и начинается. Вы идете к правителям и говорите, куда идут мои деньги? Вот я работаю. Не то, что у вас маленькая зарплата, а куда уйдут ваши налоги? У вас же еще не только налоги с зарплаты идут, вы еще при покупке каждой вещи в магазине платите налог на добавленную стоимость, НДС, я не знаю, какой в Казахстане конкретно. Да, у нас есть налог. Вот, еще и при покупке вещей вы еще платите налог при этом. И спрашивается всегда, если в государстве нету прозрачной системы, что вы не можете открыть и посмотреть, так, куда ушли мои деньги... то вот это главное, что надо спрашивать у власти. Куда ушли мои деньги? А потом уже, чтобы вам зарплату повысили. Вот это уже следующее. Потому что, когда выяснится, что налоги, очень дохера налогов идет в карман кое-кому, может оказаться, что и зарплату не надо повышать. Внезапно денежки появятся, откуда и не ждали.
Так, что-то я какую-то политическую агитацию развел вообще на ровном месте. Внезапно. Ни с того, ни с сего. В любом случае, удачи вам там в Шымкенте. Окей, окей. И хорошего дня. Вам тоже взаимно, братан, от души. Просто почему-то в этом разговоре один я общаюсь, но очень, очень наивный чувак про то, что ему надо зарплаты повышать. У всех кредиты, много кредитов, а зарплаты не повышаются. А кредиты их кто-то заставил набрать. Напихали, шел по улице, напихали в карманы кредиты. Сижу сейчас с миской зарплаты и с кредитами. Внезапно. И зарплату не повышают. Просто должны повышать зарплату. Вот все их представление о власти, это хорошая власть, которая им зарплату повышает. А то, что им повышают зарплату, и при этом все цены вокруг повышаются одномоментно, потому что зарплата повышается с нихрена, где не связано вообще никак с производительностью, это очень сложно. Ну да, он хотя бы действительно дослушал, но я вижу, что ему неприятно. Некомфортно, точнее, некомфортно. Но это очень. Ну это же очень банальные вещи. Я же ничего не говорил какого-то, блин, бином Ньютона. Блин, у меня реально даже голова разболелась. Вот сейчас я с ним разговаривал. Жена мне бульончик принесла. Попиваю.